Всем привет! Сегодня у меня четвертый день в Алуште, и я решил его немножко отдохнуть. Ребята поехали на Айпетре кататься после вчерашнего катания в Балаклаве, а я так весьма угорел и решил, что надо поберечь свои старые больные телеса и покататься немножко в окрестностях Алушты, не нарушая, скажем так, расслабленный режим. И, соответственно, захотелось показать вам новый трейл, который здесь ребята нарыли. Он называется Алушта. В Алуште, трейл Алушта. Но он отличается от всего остального, что здесь есть. Очень, очень прикольный, очень интересный. И давайте же его посмотрим. Чтобы его стартовать, нужно прийти на начало Мисхорки. Ой, господи, да какой Мисхорки? На начало Мамонтовой. И потом в определенный момент, немножко проехав по Мамонтовой, свернуть налево. Ну там уже раскатано, видно будет. Очень надеюсь не потерять камеру, потому что у меня отломались немножечко те крючочки, но сидит она вроде бы крепко. Ну что ж, если потеряю, 1000 за 9 придется покупать булочную, чтобы отдать человеку Андрюхе Индии, который в очередной раз одолжил мне замечательную камеру. Так, ну вот, начало Мисхорки. Господи, какой же Мисхорки? Мамонтовый опять. Здесь немножко текут ручьи, поэтому все заляпывается. Может, даже на камеру попало. Я сейчас попробую протереть. Все, ручьев больше нет, но мы уже успели испачкаться. Это нормально. Вот, и здесь заезд на трейл Алушта. Давайте попробуем проехать его, может, даже немножко на какой-нибудь подобии скорости. О, все залепило. Все равно глухого не догнать. У него время сейчас на этом отрезке 4:37. Соответственно, если Глухов на 10 секунд обогнал Мультика, на полминуты обогнал Водоса, то, естественно, нам тут ловить нечего. Но зато хотя бы понять, скажем так, насколько мы отстаем примерно. Начинается он как такая пологая тропа. Появляются первые траверсы. Здесь все такое, а-ля Сираус. Ничего сверхъестественного. Сюрпризы ждут попозже. Вот опять траверс. Боковые шипы, работайте. Еще один траверс. Тут уже оголяются корешки. И вот началось. Адский вниз. И тут это уж неужели удержит? Неужели боковые шипы удержат? Просто не верится. У-ху! Удержали. Пару дней назад было влажно. Держало прям вообще отменно. И вот полочка. Раз полочка, запень. Два полочка. Здесь надо начинать крутить. Потому что корешки вот так вот надо немножко ослабить давление на переднее колесо, чтобы не соскочило на корешках. Шнурок по дереву. Здесь у нас, а здесь главное помнить, где какая скорость, потому что я уже не помню. Небольшой обхильчик. И где-то надо будет идти налево. Кажется, здесь вот, да, даже деревца проложены. Осторожненько. У меня адский руль 800. Я не успел его отпилить, хотя сделал что-нибудь типа 770, но не успел, так и катаюсь. Поэтому приходится внимательно следить за узкими проездами мимо деревьев. Так. Да, здесь нет, не забудь. Свернуть на траве сюда. Ага. Еще немножко крутки. Поработаем. И продолжаются суперполочки.
Приезжаем, мы съезжаем с дороги. Так. Здесь надо аккуратно, тут ямка была, да? Кажется, здесь надо брать чуть левее дерево. Ну ладно. Так, и вот еще острые полочки. Здесь с небольшими такими бревнышками. Надо, конечно, проходить быстрее. Здесь все довольно понятно. Кристально чисто. И вот конец трейла Алушта. По задумке авторов нужно выезжать не совсем сюда. Этот трамвай, на который я выкатил, он идет к мотокроссу, но исключительно двухколейкой. Но по-хорошему, по задумке авторов, нужно здесь сделать резкий поворот налево и поехать на трейл подсолнечный или подсолнуховый. Но, честно говоря, сам трейл подсолнуховый классный, когда это трейл в конце Идурки, который идет с Айори. А если подниматься отсюда после этого броду, то перед вами вырастает огромная стена, в которую заедет, пожалуй, только какой-нибудь контрищик. Не более. Замечательный трейл Алушта с этими супер траверсами и надеждой на боковые шипы. Отсюда нужно выкручивать вверх, чтобы попасть на мотокросс. Но на мотокросс надо попасть, потому что там классные хвостики эндуро от предыдущих годов в елочках и полочках. Вот. И они всегда замечательно, как вишенка на торте, завершают съезд от Виноградного, откуда бы вы ни ехали. Вот. Такая трасса, она будет частью предстоящей гонки в воскресенье 30-го. Старт будет проложен где-то выше, потом мы выйдем на этот сегмент. И финиш будет, скорее всего, тоже где-то выше, ближе там к мотокроссам, поэтому нужно будет еще поработать в апхилл. Такой день. Всем пока. Мужики, я, конечно, с вами только что попрощался, но, блин, я спустился вниз, остановил страву. И посмотрите, что у меня получилось сделать. Знатно. Но на самом деле это говорит только об одном. Что трейл только недавно начали делать, и он потихонечку раскатывается. И второе, о чем одном это он говорит, втором одном, это то, что те ребята ехали его просто так, ни разу не на время. Потому что я с вами уехал, сами видели, тоже вроде бы типа просто так. Тем не менее... Очень мило за 4 дня первый раз включить страву и взять ком. Классно.